Марьям Гусейнова в составе сборной России стала призером первенства мира по женской борьбе среди юниоров. Соревнования прошли в Уфе. Бронзовую награду она завоевала в весе до 72 килограммов. В столице Башкирии спортсменка провела три поединка. Сначала в стартовой схватке она уступила будущей победительнице, американке Кеннеди Блейдс. Далее Марьям превзошла на утешительной стадии Нурзат Нуртаеву из Кыргызстана и вышла в малый финал. В начале схватки за бронзу ее соперница из Индии получила травму при преимуществе дагестанской спортсменки и не смогла продолжить борьбу. Напомню, что в этом году на международном ковре в конце июня Марьям Гусейнова стала и бронзовым призером молодежного первенства Европы в Дортмунде.